Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся в волшебном месте. Почему волшебном? Потому что здесь мы записываем свою волшебную песню. Вот как. И Давид хочет прокомментировать вам. Как же быдло, которое стоит у метро Алексеевская и мне спать не дает. Вот. Мы сегодня в студии с очаровательной девушкой Сарой, которая знает английский язык лучше, чем мы все вместе взятые, и которая контролировала нашу запись новой песни, которая называется... Как она называется, Давид? Jump. Мы перепели Van Halen. Да, мы просто спели песню Ван Хален и выдаем ее за свою. А также мы скоро назовемся группой Aerosmith и поедем на гастроли и будем пользоваться большой популярностью. Да. Вот.